Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, что у нас тут, смотрите, новый вызов, День Дони. Также у нас космические странности. Обязательно сегодня мы это все посмотрим. Так что, ребята, я сегодня забрал выигрыш, потому что у нас новая турнирная арена началась. Как говорится, неделька закончилась. И что мне там выпало? 25 карточек слэша, по-моему, да. Ну и по мелочи еще что-то. Так, с чего начнем? И, ребята, уже здесь немножечко я покопошился. Вот это вот здесь не смог одолеть. Ну, вы сами понимаете, у меня персонажи пока тихонечко где-то там плачут в уголке, завидя, что здесь Бакстер 80 уровня плюс 5 звезд золотых. Хорошо еще не платиновые, ё-моё. В общем, не смог я вот этого пройти, но это и ежу, понятно почему. Хорошо, сегодня у нас такой должен быть насыщенный поход, я думаю. Мы начнем, наверное, а давайте с турнира, пожалуй. Да, будем потихонечку с вами добираться до вершин мастерства. Выбираем с вами, естественно, где дают нам побольше бонусов. А это вот здесь будет, ну... Так, и выбираем, опять же, персонажей. Значит, тут 18 уровни, это... Давайте вот с этих вот и начнем, пожалуй, да? Там уже слишком слабенькие. У меня 24-го, так что порвем их, как сосуночков. Погнали. Так, Бакстера нужно ликвидировать. И желательно побыстрее, потому что он тут... А, у нас еще и Карайка масухой бомбит. Да ладно, быть такого не может, нифига. Ну, они у меня все не прокачаны, поэтому удивляться тут нечему. Давай, опа. Так, ладно. Давай вот этим вот ударом. Тунс. Готово, Карайка. Ну и осталось у нас тут только лишь Эйприл, который, соответственно, сейчас свое и всхлопочет. Это у нас начальные самые уровни. Ничего здесь сложного нету. Можно даже особо не париться. Главное, что мы будем получать за эти победы мутаген, ну и, соответственно, подрастать. Подрастать в лиге. Вот уже у нас воин, лига воин, две звезды. Ну а мы, конечно же, будем с вами продолжать это дело. Если, ребят, кому-то не интересно, естественно, вы можете промотать до нужного вам момента, когда мы, наверное, с вами пойдем уже эти... Как они там называются, я уже и забыл, как... испытания, конечно же, ребята, до испытаний. Там уже будем, наверное, веселиться или будут надо мной просто-напросто издеваться. Так, выбираем, ну, пожалуй, давай вот этого возьмем. Так, тут у нас опять же только лишь 20 уровни. И, соответственно, мы берем вот этих вот ребят. У нас тут Ванька, Кейси, ну и Рокстеди, конечно же. Так, ну что, в принципе, здесь можно с любого начинать. Не имеет никакого значения, что это масухой бьет, что сейчас Донни будет тут всех подхиливать. Хотя уже ничего он не будет. Давай дубиной бомбанем. Ай-яй-яй. Да, не забывайте, ребят, что эти персонажи у меня в самом низу находятся. Они не прокачаны, естественно, у них даже скиллы не имеют особой силы. Все персонажи начинают у меня где-то с уровня 40-го еще более-менее что-то из себя представлять. А 20-е, 30-е тихонько грустят в надежде, что когда-то до них и дойдет очередь, и они встанут в первые ряды моих элитных спецгероев. Ну что же, у нас с вами 28-й ранг. Естественно, мы продолжаем пробиваться в лиге на самые высоты. Возьмем вот этот вот. Здесь 12 кубков дают. Соответственно, чем больше бонус, тем быстрее мы с вами будем получать очки. И тем быстрее будем подниматься на пьедестал. Так, две черепашки. Плюс у нас тут Гекка. И против нас, ага, Донни. Бибопа нужно вот этого ликвидировать обязательно, потому что он может нам тут... Не знаю, ну давайте повесим крит на своих ребят. Отлично, критический удар, он нам здесь, я думаю, поможет. Ну-ка, метнем. Да, Бибопа, как не бывало, ага. Донни тут выделывается, ладно. Боюсь, что он
об этом пожалеет. Все, уже упал и остался лишь Рафик у нас. Ну, вот этот Раф мне, если честно, не очень нравится. Мне больше нравится наш классический, который имеет провокацию, ну и так далее. А это из фильма. Так, все вроде бы отлично. Мы здесь пропускаем. Ну, давай, трехзвездочный, да. Воин Лига у нас. Ну, естественно, мы продолжаем. У нас еще очень много впереди боев. Тут, в принципе, можно взять любого. Давай вот здесь вот так вот возьмем. Так, еще Карайку до сих пор, ребят, не потестил. Надо будет обязательно этим заняться. А, тут уже 4 персонажа берем. И вперед. Вперед, как говорится, с песней. Да тут, наверное, можно и автобой, ребят, включать. Че я парюсь на самом деле-то? Что-то тут ищу, выискиваю. Автобой как минимум до 45-50 уровней. Ага, он делает подхил, да, Лео? Нет, нет, не поможет им, конечно же, здесь ничего абсолютно. Бум. Пиццелицы там своими сосиськами машет. Так, мутагеноид там что-то тоже выделывается, но... Да хорош, елки-палки. Главное проходить без потерь. Это единственная моя просьба к автобою, чтобы никто здесь не упал. Иначе мы с вами будем еле-еле подниматься наверх, ну, соответственно, будем получать меньше мутагена. А мне это не нужно. Так, давай далее. Сколько тут мы получаем? Уже 428 за бой. Мы, естественно, понимаем. Оу, мы уже перепрыгнули даже в элиту. Быстро растем, и это хорошо. Так, тут абсолютно везде одинаковый, да? Нет, нет, ребята. Ага, все, по 13 кубков. Ну, тогда возьмем кого-нибудь попроще. Это у нас будет... Блин, тут провокация. Да, наверное, вот этого возьмем. Да, будем его разбирать. Тут у нас 25 и 22 уровень. Соответственно, мы вот этих вот ребят берем. Ставим автобой и смотрим, как он разбирается. Только не говори, что вот этот вот дедуля играет. Я не поверю. Ну, я имею в виду, судя по тому, вот какая там фотография стоит в правом углу. Нет, это, наверное, просто какие-то ребятушки взяли, наверное, его на аккаунт, зарегистрировали, чтобы можно было играть в черепашки-ниндзя. Хотя, почему бы и нет? Я думаю, что даже дедушка смог бы вполне поиграть в эту игру. Ничего здесь сложного нету. А свой, как говорится, вечерок скоротать очень даже было бы хорошо. Пиу, жарит. Вот это вот, да. Мы их все равно разбомбили. Так, это у нас кто там? Леонардо надел на себя доспехи и думает, что он теперь крутой. Но это его не помогает. Точнее, это ему не помогает. Ну что же, ребята, мы с вами продвигаемся дальше. Сколько уже? 464 мутагена получаем. Нам бы дойти бы до трех звезд. Да я думаю, что успеем. Успеем, должны успеть. Так, и смотрим, что у нас здесь. Опять те же самые персонажи практически, да? Ну давайте возьмем... Блин, они все имеют провокацию. Я, наверное, думаю... Блин, ты посмотри. Давай, наверное, вот здесь. Вот здесь Рокстар. Нет, тут очень много массовых. Вот здесь мне не нравится Рокстеди. Хотя, что нравится, мне не нравится. Сейчас мои ребята просто их в порошок сотрут, да и все. Так, берем Кейси, Донни, Змей Кавьюн и Крысиного Короля. И слушайте, я, наверное, буду сейчас сам играть, чтобы как можно меньше повреждений получить. И я начну, пожалуй... Воу-воу-воу-воу-воу. Вот о чем я вам говорил. Он все-таки говнюк мощный. Так, где у меня там массовый-то? Хотя давайте вот так вот сделаем. Во, отлично. Так, давай-ка баллончиком сейчас мы немножечко... И Змей Кавьюн. Бум. Шикандос. Так, этот у нас... Ну, естественно, он будет отхиливать-то... И ежу, понятно. Так, а мы с вами сделаем защиту дополнительную. Все, мы теперь как в танке, ребят. С вами нам на все пофиг. Давайте, наверное, Рокстеди... Ой, Бибопа уберем. Хорошо, теперь, наверное, нашего злейшего врага-хильщика. Ой, Крис, ну что ты, что ты? Ты запоздал, роднуля, своим усилением тут.
Хотя... Нет, мы должны пробиться, ребят. Да падай ты уже, Крис. Хорошо выделался, все. Отлично, в сухую прошли. Идеальная у нас победа. И, соответственно, мы с вами продвигаемся дальше. Так, отличненько. Давай, две звезды. Вот, это хорошо. И 75-е место у нас. Отлично. А мы продолжаем. Так, у нас тут... Вот, вот этого стоит брать. Тут больше всего кубков, 15 дается. Так, Бакстер. Ага, Карайка. Так, Майк. И Бибоп. Так, сколько у меня еще? Блин, еще буквально, ребята, на два боя нас хватит. Эх, жаль. Жаль, конечно. Ну ладно. Думаю, что здесь все-таки у нас все удачно пройдет. Сейчас мы это проверим, протестим. Бум. Пол здоровья практически всех отнял. Кого нам сносить? Я думаю, что надо Донни, потому что он будет сейчас наверняка хилить их. А нам это не нужно. Так, Карайка, давай мы, наверное, с тобой Криса уничтожим. Хорошо. Так, что ты тут свои поцелуйчики раскидываешь? Зря, зря. Ага, Бибоп выделывается. Давайте Лео. Блин. Ну, можно волной, в принципе. Бау. Добиваем Карайку. И остался лишь у нас тут Бибоп, который сейчас, наверное, и упадет. Нет, не упал, смотрите-ка. Воу, даже Карайка не пробила. Такая фотка, смотрите. Зловещий чувак. Напоминает мне лицо, знаете, как игра Кармагеддон. Там титульная такая заставочка. Чувак такой там красный, злой. Вот чем-то похож, елки-палки. Ну что, сколько мы с вами получаем? 760 мутагена. И, соответственно, продвигаемся дальше. Так, совсем чуть-чуть осталось. Мы получим с вами 3 звезды. И потом еще нужно будет сделать не одну серию побед, чтобы уже перешли на следующую лигу. Кто здесь где? Давай смотреть. Ну, я думаю, что вот этого, наверное, можно вполне разобрать. Без каких-либо усилий. Набираем свою команду. Вперед, как говорится, из песни. Ну, чувачок. Фотка где-то в баре, наверное. Так, ладно, нам сейчас не до этого, да? В баре, не в баре. У нас тут, как говорится, своя веселуха. Так, муха-веселуха бомбит. Паукус тоже забомбил. Рахзар убивает Криса и... Да, ой, Гек, успокойся, пожалуйста, а. На, получите ракетой. Сразу обоих снес. Довольно легко и просто. Причем даже очень весело было. Хорошо, пропускаем. И мы попадаем в трехзвездочную. Замечательно. И тем более 50-е место. Соответственно, если мы сейчас, наверное, с вами хорошо сыграем, мы можем попасть, только не знаю куда и кого выбрать. Так, у нас всех одинаково тут кубков. Ладно, давай вот этого, он вроде бы послабее. Эх, черт подери, ребят. Ну, фигли. Фигли делать. Придется брать самых своих мощных ребят, потому что все равно там будут откаты. Нам, естественно, нам это будет пережить. Так, да уйди ты, ё-моё. Вот так вот. Так, это говорит лишь об одном, что надо нам взять последних задних чувачков, которые у меня там в низине находятся, и прокачать их хотя бы до 30 уровня. Это, считайте, мы с вами потеряли лишний бой. Ну, да, лишний бой, ребят. Потому что у меня, смотрите, у меня остается Лео, да? И Эйприл. Ну вот, мы с вами в самураях, одна звезда уже есть. Но даже если меня скинут, я все равно, ребята, начну бой. Так, сейчас глянем. Мы с вами вот на этих становимся, да, 30 уровни. Соответственно, я начну с вами где-то с 35-х. Да, с 35-х уровней. 30-й мы уже трогать не будем. А к чему я сказал насчет прокачки последних? Вот если я этих ребят прокачаю, да, хотя бы до... Да, даже до 25-го уровня. Их как раз здесь 5. То есть самые начальные бои, когда мы только заходим на турнир, я могу проходить именно этими ребятами. Соответственно, эти уже переходят дальше. Эти еще дальше, эти еще дальше. И в результате уже под конец боя у нас остается здесь... Гораздо больше персонажей, а это, соответственно,
два дополнительных боя и, естественно, поднятие по турнирной лестнице. Так что, ребятушки, пользуйтесь моей подсказкой. Надо будет самому это сделать вначале. Ну что же, здесь пока все, ребята. У нас с вами... Так, давайте глянем в магазин. Что у нас в магазине? Я могу что-нибудь купить? Ой, смотрите-ка. Ё-моё. Сейчас, секунду, ребята. Давайте я возьму вот этого бибопа. Так, а я даже как-то и не знал, что у нас можно... Да, ребят, смотрите. Пульверизатор. Его можно поднять по рангу и почему бы и нет. Пускай, конечно, растет. Вот он получает 3 звезды. У него появляется новый скилл. Называется «Удивительная серия». Пульверизатор пытается атаковать врага, но запинается. Увеличивает силу атаки на 30%. Понятно. Я этот, по-моему, видел удар. Он разбегается, потом спотыкается и как нубас валяется, короче. Ладно. Так, у нас по заданиям. Задания будут сброшены через 4 часа. Это слишком долго. Но мы можем с вами посмотреть что? Мы можем посмотреть... Так, у меня 8 порталов бесплатных, да? Так, по списку давайте определимся с вами, кто у нас тут идет на раскачку. На раскачку становись. Ну что, я вижу мутагеноид, у него уже 36 карточек, осталось буквально еще 14 найти. Потом Хан приближен к этому делу, Джастин, кстати, тоже. Эйприл Кунаичи, это все, конечно, понятно. Да, ребята, вот, слэш, 25 карточек я сегодня получил. Смотрите, Рафаэль, ролевой, блин, мне бы 6 карточек где-нибудь взять, и он бы у меня открылся уже. Да, больше, к сожалению, ну и Рокстеди, конечно же, у нас тут. Кстати, подождите, ребят, секундочку, я кое-что, кажется, вспомнил. Да, давайте вначале вот на мутагеноида найдем карточки. Вдруг выпадут сейчас. Ага, балалайку нам. Давай еще попыточку. Отлично, карточка есть. Давай еще разок. Удружи, как говорится, мне. Все, молодец, спасибо. И у меня же есть... Сегодня же закончилась эта фигня. Сейчас, подождите секунду. Вы поймете, о чем я говорю. Да ё-моё, в магазин мне надо, вот. Так, предмет, мутаген. Да какие, блин, предметы. Вот сюда надо. Так, сколько у меня их? Сколько? Во, 109, ребят, как раз хватает. Ну что, давайте определимся, кого нам взять. Черт, кого нам взять? Я даже не знаю, ребят, кого взять-то лучше. В свое время я пытался накопить на этого, как его звать-то, я же... А, Зармагон. А, Армагон, ё-моё, Армагон, да. На Армагона, но... Дорого он, гаденыш, стоит. Потом сюда пытался вложить синегами. До сих пор не могу запомнить, как их увеличать. Слушайте, ребята, а вы мне, кстати, вот что я вам сделаю. Те знатоки, которые давно играют в эту игру, пускай мне подскажут, кого открыть. Кого подскажете, того, ребят, я и буду открывать. И в конце концов с вами мы рано или поздно его должны будем получить. Будет это Армагон или Шреддер. Я пока не знаю, эти персонажи у меня не открыты. Ну вот, например, этот чувачок мне нравится, лисица. У него довольно хорошие удары, проворная такая. Здесь вроде бы у меня уже кто-то открыт. Ну, Майка этого я не хочу. Он всего лишь усиляет атаку. Тот же самый Крис, грубо говоря. Вот эти вот чуваки из комиксов, черепашки. Ну, не знаю, ребят, в общем, напишите. И я уже буду потом открывать. Так, смотрим, что у меня здесь. 575, не хватает? Нет, ребят, не хватает. Кстати, и вот за эти монетки, это жетоны, скорее всего. Это мы назовем монетки, да, ПВПшные. А это жетоны. И напишите мне за жетоны. Хотя, ребята, наверное, ответ будет очевиден. Я возьму Рокстеди кролика. Ну а почему бы и нет? Всего лишь одну карточку. Хотя и шимпанзе мне нравится. Тоже довольно прикольная. Так, кожаное лицо. Кожаное лицо же это? Как тебя величать-то? Ладно, пускай кожаное лицо будет. Да, ну также можно и Лео. Но здесь, видите,
Он рыцарь, мне не особо нравится. Можно вот этого приоткрыть? В общем, ребят, я ничего сейчас тратить не буду. Вы мне напишите в комментах, что вы мне пожелаете, то я уже в следующий раз, как только накоплю, буду открывать. И, естественно, это все будет делаться при вас. Ну что, давайте пойдем с вами, наверное, в испытание. Да, почему бы и нет. Глянем. Так, у нас день Донни здесь, испытание. Так, и начнем, естественно, вот с этого, с первого. Нам будет доступен обычный Донни. А это уже по повтору. Так что поехали. У меня, надеюсь, хватит сырного мороженого. А, да, ребята, еще главное, чтобы персонажи у меня здесь подходили. Ну, вроде бы пока таких более-менее нормальных дали. Мне бы желательно, конечно, Рафика бы моего. Но и так сгодится. Тут все равно всех пока с полтычка разбомбим. Так, давай, Бакстер, отрабатывай. Бум. Тут с удара, ребят, все падать будут. Блин, зачем я это сделал? Надо было бомбить, да и все. Какое-то замедление еще, да? К чему оно здесь? Вау, где у меня, блин, массового удара нет. Вот надо было сюда просто сейчас шмальнуть разочек чем-нибудь, и все, и все бы упали. Ну давай, пинком его. Отлично. Давай ракеты выпустим нафиг, не будем здесь долго париться. Ну все, здесь легко и просто, но это и понятно. Продвигаемся с вами дальше. Будем, короче, идти до своего предела. Как только дойдем, сразу переключимся на другое испытание. Так, здесь у нас, ага, такой доник будет доступен. Поехали. Значит, раз у нас день Донни, соответственно, все карточки, которые мы будем получать, связаны именно с ним. Так, ну здесь разбираем. Довольно все легко и просто. Спинка. Даже мы сделаем вот так вот, автобой. Чего мы действительно паримся? Где-то, вот, наверное, уже на следующем, а может быть, даже после следующем бое уже придется подключаться. Да вот что ты делаешь, а? Зачем? Ого, бомбанул. Ну, он слабенький, поэтому никакого урона нам не нанес. Ага, смотрите-ка. Куча черепашек здесь, да? Здесь у нас и Донни. А кто у нас вот этот чувак с топором? И что он вообще делает? Наверное, нам не дано посмотреть этого. Что это такое, ё-моё? Оп-оп-оп-оп. Донни, ты что там чудишь? Комиксов пересмотрел, что ли, ё-моё? Получи, как говорится, свое. Все, отдыхай. Такой, вау, в замедленном действии падает. Матрица, ё-моё. Хорошо, отлично. Здесь мы тоже с вами справились. Кстати, скоро грядет, ребята, новый уровень, 65-й, осталось там совсем чуть-чуть. Кто же это такой? Это, ребята, тоже у нас получается Донни. Какой-то палач он, что ли, или что такое? Ну что, 5 сыра тратим, и здесь у нас 35-е уровни. Нет, все равно должны справиться здесь. 35-е уровни, а у нас 45-е. Я, естественно, вот так вот автобой глянем. Порвали. Ну давай, давай, давай. Таракашка выделывается еще, а? На Бакстера батоны свои крошат, ё-моё. Да вы что, совсем что ли припухли? Он же у меня супер-боец, супер летающая муха. Супергерой, ё-моё. Причем еще отхиливает. Ну, бум. Ну, нормуль, нормуль, в принципе, прошло все. Так, завалили мусорщика. И дальше у нас здесь, ага, смотрите. Три черепахи. Донни, Донни. Я не понимаю, ребят, там же у нас вот этот вот, этот Донни ведь, да? Но почему у него повязка-то Рафа? Я не понимаю вот этой фигни. Странно все как-то. Неужели он раньше был с красной повязкой? Сомневайся почему-то. Наверное, просто здесь что-то неправильно сделали. Пэйу. Нифига мы их тут. Да ладно ты, еще промахиваешься, Стокман. Ё-моё, подкачаться тебе пора уже маленько-то. Ну, упал. Постепенный урон его добил. Все, как видим, ребят, здесь мы тоже с вами справились. Без особых усилий. Ага, Донателло, это видение. Я не знаю, что такое видение. Видимо, это какой-то сериал мультиков. Видение. Так, ну что же, мы с вами переходим сюда и смотрим. Здесь у нас будет Донни. Донни, который у нас маг. Так, 6 этих тратим.
Ага, 45, 45, 45, 45. Вот здесь уже, ребят, скорее всего, надо будет ухитряться пройти. Я буду сам играть. Я буду сам обязательно, потому что здесь уже равный враг. И нам нужно, соответственно, устоять. В следующем бою, как вы понимаете, уже ничего нам такого не светит. Там уже будут, наверное, полтиннички. Отлично, одна крыса минус. Давай так, бомбанем. Ага, понизили защиту. Давай, добьешь, Эйприл? Нет, ну как так-то, ё-моё, ну... Так, что, нет, мы это все придержим для последней волны. Давай вначале будем так просто разбирать их. Пока лишь здесь у нас одни сосунки. Так, вторая волна, ребята, из трех, и мы двигаемся здесь. Так, вот это вот надо обязательно шимпанзуху завалить. Ой, ё-моё, я же не поставил, блин. Ну-ка, давай. Хотя у меня пониженная атака по нему. Что он, вон... Давай бомбанем, фиг с ним. Вот так вот. Черт подери. Интересно, добьем, не добьем? Ну ладно, попытка не пытка. Пробуем. Эх, ну двоих, по крайней мере, уложили. Троих даже. Сейчас. Да ё-моё, ну что за... Этот еще тут свою задницу мне показывает. С оскорблением, блин. Действительно, он меня оскорбил. За это он... Да ё-моё, должен поплатиться. Так, скорость понизили. Давайте кританем. Может быть, постепенный урон. А, даже без него обошлись. Так, не буду я, ребят, пока хилиться. Отлично, вот у нас последняя волна. И здесь уже, скорее всего... Ага, вот так вот. Запускаем волну. Пиу. Так, постепенный урон на всех висит. Кого бы нам разбирать в первую очередь, я даже пока не знаю. Ё-моё, давай вот этих вот из трущоб завалим. Так, защиту понизим. Отлично. Давай-ка вот этого вот говнючка завалим. Да как так-то? Ну, Бакстер, ё-моё, ну... Что ты за вата? Я не понимаю. Опять этот со своими комиксами. Да-да-да, я понял, понял, давай. В кого? Нормуль, выдержали мы здесь. Ой, плохо. Выстояли? Пока да, выстояли. Черт подери, ну как вот ты... Блин. Хотел на 3 звезды, ребят, пройти. Поэтому очень немножко возмущен. Надо было все-таки хилиться этой мухой. Ну, терпел до последнего. Своим шариком массовым так бомбанул. Что ж ты делаешь? Давай глянем-то. Оп, это что такое сейчас было? Кого он там разрубил? Какого-то тигренка игрушечного, да, по ходу дела? Все так быстро произошло, я даже не успел разглядеть. Ну что же, прошли. Все, ребята, это, наверное, здесь у нас последний это был бой. Именно вот в этом вот, в день Донни. Получаем Донателло ролевой. Здесь, скорее всего, у нас эпизод 5. Ну-ка, смотрим. Да, 55 уровень, я просто-напросто элементарно не потяну из-за того, что я слабее на 10 левелов. Эх, а хотелось бы, конечно, хотелось бы. И тем более мы бы здесь получили вот такого вот Донательчика. Хорошо, но у нас еще, ребята, есть испытание, которое называется «Космические странности». И давайте смотреть. И у нас первый идет это Джастин, да? Ладно, давайте приступать. Сыра-то хватает, пока вроде бы есть. И давайте его, естественно, тратить. Оу, ребят, смотрите, у меня здесь полный комплект. Вот это я называется фартанул. Смотрите, мы с вами берем самые элитные сливки своего, ребята, общества. Грубо говоря, это все мои хай. Хе, ну посмотрим, докуда мы дойдем с ними. Космические странности, да, значит? Хорошо, давай будем разбирать. Тьфу ты, здесь автобой подойдет в самое то 10 уровня, что я тут парюсь-то. Маленькие кренги свое получили. Здесь у нас дроны. Надели пиджачки, да, типа сливаются с народом. Хорошо, третья, последняя, заключительная волна. И здесь у нас Джастин, Бакстер. Давай, нейтрализатора завалили уже. И крысы. Тут без проблем, ребята. Так, переходим сразу. Наверное, сейчас уже будет 20 уровень. Так, мы получаем с вами Джастина. Ну, давай, давай, я понял. Так, и у нас здесь Стокман. Хорошо, давай посмотрим. 25 уровень у них, у врагов. Начинаем с разборки полетов. Бум. Хоп, лежит. Бам, отдыхает. Так, вторая волна.
Здесь, конечно, тоже не хватает, ребята, ускорения. Можно было бы пык, нажал, чтобы быстро-быстро это все проходить. Хотя у меня вот двойное стоит, но этого мало, мне кажется, как-то. Такие легкие уровни можно было бы еще побыстрее проходить. Так, Армадон, там мухи эти, тля. Оу, на удар, смотри, смотри, так замедленно полетел. Ну, Шредер, ну что ты делаешь? Вот зачем ты вот... Кого ты хилил, спрашивается. Никто даже урона не получил, он хиляет. Ладно, двигаемся дальше. Так, все по максимуму. Понятно, Баксер получает карточку у нас. И тут следующее у нас... О, вот так вот. Ладно, глянем, ребят, глянем. 5 сыра, естественно, тратим. 35 уровень врагов. Естественно, ставим автобой. Даже пока не будем заморачиваться с этим делом. Я просто представляю, да, ребята, вот если, например, у меня Рафик получит 80 уровень. А какой здесь самый предельный? Сотый или 80 и есть самый крайний? Ребят, напишите в комментариях, чтобы я знал. Так, отлично. И все, таракана прибили. Двигаемся, оу. Слушайте, интересно, вот эти вот космические черепашки, они сами по себе прикольные или нет? У меня просто ни одной нету, и мне, как говорится, не с чем сравнивать. Тык-тык, что он там, потыкал? Что ты делаешь там? Получи свое. Доколдовался. Все, Бакстер готов, и Донни тоже готов. Ну, переходим. Переходим дальше с вами. Нейтрализатор, собираем карточку. Ага, вот значит как. И смотрим. 45 уровень, да ладно. Только не говорите, что вот эти вот будут в конце, блин. Хорошо, будем сами играть, наверное, да? Хотя 45 уровень. Так, ну, если вот будут грибы сейчас со своими массовыми атаками, то да, будет плохо. Да, будет очень плохо. Шредер у меня, конечно, есть. Он может похилять всю команду. Так, ладно, глянем сейчас, что у нас там будет дальше. Опять грибы или что-то другое. Так, тут уже 4 волны. Переходим на вторую. Ага, вот так вот, значит. Ладно, разбираем этих олухов. По крайней мере, пытаемся. Дед, сюда, нервируешь. Ну что ты тут прыгаешь, блин? Так, давай не будем тратить, вот это сделаем. Такой главный, да? Сидит в каком-то чувачке, типа обезьяны, гориллы. Типа его не видно, да? Косит под человека. Ой, чудило. Так, ладно, давайте этих чужих разбомбили. И третья волна, да? Только лишь третья. Ладно, тут Джастин. Ну, давай разочек употребим, фиг с ним. Бум. Ну, особого урона я не нанес им, честно говоря. Давай-ка. Опа, нет, не пробили. Что сейчас будет? Сейчас буду чудить. Причем жестко, наверное. Если, конечно, успею. Так, Джастина мы, наверное, с вами уберем. Нечего ему здесь делать, пучеглазому этому. Давай, с ноги этого. Молодец. Крис. Так, понял я, что ты делаешь. Хоп-хоп. Ага, жалит, значит. Ладно, будем. Так, тут можно и... Хотя, наверное, зря я это сделал. У нас же еще одна волна будет, ё-моё. Забыл совсем про нее. Блин, ты смотри какой, не хочет сдаваться, варяг. Так, что ты тут? Что это такое у тебя? Ого. С бластером? Ну так нечестно, так нечестно. Я ведь тут в рукопашку, а он с бластера по мне бомбит. Так, ну что, четвертого, это что такое? А, да-да-да-да, ребята, два же босса. Точно, они здесь. Очередная встреча, как же я по вам соскучился. Олухи вы этакие, да-да-да. Такие, эть, начали выяснять отношения, потом. О, смотри-ка, тут черепашки. Зачем нам драться с друг с другом, когда мы можем навалять им люлей? А это мы сейчас посмотрим, кто кому тут и что наваляет. Сейчас будут, наверное, кислотой поливать. Лавой этой, да? Ну давай еще ты, вот бомбани свой этот суперудар. Ну, естественно, ну как же.
Как же без этого, ё-моё? Ладно, все, ребята, они за это поплатятся. Бум, двоих просто снес. Ладно, в любом случае мы с вами получаем эту карточку, как ни крути, и посмотрим, что дальше. Там, наверное, уже будет 55 уровень. Что не особо меня радует, ребята, да? Итак, глядим. 55 уровень, блин, будет очень тяжело. Но я буду пытаться. Тем более, это мой последний шанс, ребята, потому что у меня сыра больше нету. Сыра больше нету, значит, я больше сюда не смогу зайти, пока не накоплю его. Бэу, бомбит. Ладно, ребят, вся надежда у меня здесь только, знаете, на кого? На Шреддера, естественно, потому что если он останется живой, он сможет отхилить мою пати, причем довольно неплохо. Но если его забомбят, все, тю-тю, далеко мы не уйдем, ребята. Да что ж вы такие вредные, а? Бомбят и бомбят. Что это, интересно, за какая-то планета странная? Мне кажется, это измерение X. Так, что здесь у нас? Ага, вот такие вот, значит. Ладно, не будем мы растрачивать суперудары. Попробуем так, ребят, забомбить. Провокацию можешь сделать? Не, не будем провокацию делать. Я думаю, что и так справимся. Эйх, давай с ноги. Отлично. Шреддер, держись, говорю. Не падай. Так, они на Криса почему-то переключились. Так, провокацию повесил, да, значит, говоришь? Не знаю, может быть, пора отхилиться? Нет, подождем еще капельку. Подождем еще капельку. Главное, как говорится, не передержать это все дело. Ага, все, отлично. Ну, этот, блин, Крис, ты тоже, смотри, держись, ты мне нужен. Очень-очень нужен. Так, ну, добьем? Добили, отличненько, все. У нас третья волна, это предпоследняя. Оу, только не-не-не-не-не-не-не, только не грибы, ребята, блин. Интересно, я успею? Нет, я, наверное, не смогу завалить. Давайте сделаем вот так вот провокацию. Если сейчас будет возможность похиляться, естественно, я похиляюсь. Оп. Эть. Давай, бомби его. Отлично, каждый по ударочку сделает, пускай. Хе. Блин, опять массовый, а. Ну, они за это ответят, ребят. Почему я и поставил Крисом контрудар. У-ху-ху-ху. Все, теперь только лишь отхиливаться Шреддером, и все нормально. И мы с вами к последней волне будем готовы. Блин, Шреддер, дай сходить, во. Все, отхиливаемся и все пучком. Давай бомбить, оп, готовченко. Ну что же, встречайте папочку, он пришел. Так, и мы начнем, пожалуй, с пинка хорошего. Блин, промахнулся, да как так? Хорошо, а замедление сработает? А замедление сработало даже очень хорошо. Все, ребят. Пошел, как говорится, разбор полетов. Опачки. Опять этот все со своими комиксами. Все, не насмотрелся, а? Успокойся, говорю. Донни, остынь, тебе не пробить моего Рафа. Никогда и ни за что. По крайней мере, не в этой жизни. И не на этом раунде. Да что ж ты будешь делать, что он такой... А, ну правильно, это что такое? О, Армадон что-то тут. Ох, ничего, неплохо, да? Он за это поплатился. Что ты тут собрался делать? Что? Жарит огнем. Тихо, 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 Рафик. Ты держись у меня. Все, ребята, мы здесь затащили эту карточку. Мне нравится. Мы получаем с вами карточку. Это кто у нас там? Рафик, по-моему, да? А, нет, Лео. Космос. Ну, как-то так, ребят. Здесь уже я стопудово не потяну эпизод шестой. Даже можно... Даже я проверить смогу, потому что у меня нет сыра. Так, что же у нас, ребята, остается? По-моему, ничего, да? Железная голова, что такое? Я могу тебя поднять? Ах, у тебя хватает на ракетный удар. Давай я выучу его. Это нам пригодится. Так, а у Карайки-то что? Уровень можно поднять? Ага, уровень поднять. До 45-го, по-моему, можно ее... Нет, не хватает. Тут 2500, а у меня почти 2000. Но это все, ребята, поправимое. Вскоре наши дела пойдут в гору. Так, давай потратим последние сюда. Не надо, не сейчас.
Кстати, сколько нам там до уровня-то осталось? Совсем, наверное, немножечко, да? Ну да, в принципе, ребята, 300 очков набомбить. И все, и мы с вами в куражах. Так, крип. Мне посоветовали, ребята, качать крипа. А может быть, мы сможем набить? Не, навряд ли, не хватит у меня порталов. Сколько их? 3 штуки. Надо поберечь, надо поберечь их. Так, в магазин. Ребят, ну, вы поняли, да? В комментах обязательно пишите. Ладно, хрен с ним, давайте возьмем, чтобы не мозолил мне глаза. В комментах мне пишите, что взять за PvP монеты и за жетоны. Кого лучше? Это у меня, как говорится, просьба написать мне ответ. Обращаюсь к лучшим знатокам этой игры. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, мы на этой ноте с вами будем завершать этот видосик. Сюжетную линию сегодня мы не будем проходить, потому что я пока не справлюсь, и вы прекрасно знаете почему. Надо немножко подкачать, да, нужно качать когтя, нужно качать нам Шреддера, а лучше, наверное, Рахзара, по-моему, больше вероятность его прокачать. По крайней мере, карточки на него падают. Так что, ребятушки, всем пока, и увидимся с вами уже в следующих новых сериях. Так что, ребятушки, удачи вам!